Крах коррупционной империи. Сотни предприятий оборонсервиса на грани банкротства. У холдинга обнаружены долги на 8 миллиардов рублей. Причем масштабная задолженность была выявлена летом, еще до скандала с хищениями. Об этом сегодня пишут российские СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве и администрации президента. В списке должников 350 компаний, даже те, которые получают многомиллионные заказы от государства. По данным издания, оборонсервис ждет реформирования. Его функции передадут другим ведомствам. Активы холдинга, где работают более 100 тысяч человек, составляют 1 триллион рублей. Контракты не выполнены на сумму 14,5 миллиардов рублей. Эксперты говорят, что структура оборонсервиса откровенно создавалась для выкачивания денег. Сокращение персонала, завышение цен. А также кредиты, распродажи, отчуждения. Структура была полностью закрыта. Ее не проверяли ни счетная палата, ни парламент.